Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня у нас снова заказ с интернет-магазина «Василёк». Нам он с мамой очень сильно понравился. Понравились вещи, качество. И в этот раз мы решили взять кое-что из постельных принадлежностей. И одна вещица для моей мамы. Так что, кому интересно, продолжайте смотреть. Вот такой вот нам огромный мешок пришел из Иваново. С сайта «Василёк». Так как инициатор посылок у нас мама, она будет открывать. Да? Да. Кстати, вот на маме прошлый костюмчик с прошлого заказа. Мы же неоднократно его стирали, и ничего с ним не стало, да, мам? Да, не то. Да. Нам как раз мешок для мусора. Да. Давай я вытащу. Итак, у нас два... Кто это? На матрасники, да, правильно называются? Вроде бы они на сайте как-то по-другому. А, вот они на сайте, называются топперы. Но это на матрасники. Здесь, кстати... О, халатик. Вот, это халат для мамы, да? Да. Тут я выкинем. Старая мама выкинет? Нет, не выкинем, его порежу на тряпочки. На тряпочки, ну хорошо. Ну давай, одевай тогда сразу. Тоненький. Ну да. Вот так вот. О, тоненький. Сверху махровенький, а внутри такой вот гладенький. Покажи. Вот он, вот такой, видишь, гладенький. Угу. А сверху такой махровенький, ну тоненький. Ну да. Тоненький, хорошо. Ну да, у нас, так как у нас дома всегда тепло, всегда жарко, я бы так сказала, да, то у мамы такой до этого халат был, как его, толстый такой, толстый, махровый. Вот, он... Но он синтетический. Да, и в нем жарко очень маме, сейчас вот она. Тут уже пора. Вот и все. Очень хорошо. Ковальненький. Да. Ну так можно. Вот, вот так можно. Вот. Один карман. Ну, классический. Такого классика. Длинный. Да. Вот. Угу. Ну, сейчас немножко жестковато, я думаю, его постирать будет нормально. А так хорошо после бани. Летом после душа. Хорошо. И цвет хороший, мой любимый. Да? Да. Процентный хлопок. Мама опять взяла 60-й размер. Ну, это вот из-за груди. Да, из-за груди. Ну, мне кажется, они немножечко маломерные, мне так кажется. Нет? Нет. Ты знаешь, вот этот, мне даже кажется, он немножко... Ну, как бы, да. Как бы размер, может быть, даже чуть-чуть великоват. А вот тот халат, который был тоненький, он маломерочка оказался. Мало того, что он такой очень... Тот халат тянуть. Это какой? Ну, какой этот самый? Который племяшки, мы сказали? Да, с комбинашкой был. Он такой, это самый, здесь не раз, так распахивается посильнее. А, который тень... твой, фиолетовый. Да. А, я думала, да. какой он, халат. Он немножко маломерочный. Вот. А этот, нет, этот, наверное, даже чуть-чуть, он великоват. А может, я похудела? Ну, вообще, ты же похудела у меня? Да. Сколько ты сейчас весишь? Ой, слушай, не знаю, сколько, наверное, около 80. Вот. Плюс-минус, плюс-минус. Ну, где-нибудь 82, в общем, да? Да, да, плюс-минус. А в прошлом году я в это время весила 90-92, 10 килограмм. За год? За год. Ну, это... Ну, не, ну, хорошо. Главное стремиться. Да, главное теперь это самое. Теперь цель, другая теперь цель. 70 килограмм. 70 килограмм. Больше не надо. Ну хорошо, ладно. Так кожа будет висеть вся. Думаешь? Ну куда же? Конечно, она же не убирается. Я же доктора спрашивала. Он сказал только пластика. Да? Пластик убирать, да. Ну вот, на ботокс надо пойти. Какой ботокс? Я ж худею. Ну ладно, будем распаковывать. Так, один мы заказали на нашу сюда кровать с мужем. Наверное, вот этот большой. Наверное, вот этот большой, да. Я потом застелю вам, покажу его. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Чего, порвалась? Конечно. Посмотришь, какая штучка хорошая.
Ай-яй-яй-яй, ну что так тянуло? Вот, это размер мы взяли 180 на 2. Это на матрасник, но он не... Слушай, а смотри, какой он плотный. Да. Класс. Бамбук написано. Это у них называется топпер, да. Вот он как раз получается на нашу кровать с мужем. Потому что у нас матрас хороший, но так как у нас спал маленький ребенок вместе с нами, вы понимаете, да, там его уже не отмыть, не оттереть, ничего с ним не стало. А так, слушайте, ну он прям очень такой мягкий. Ну, и у них на... Хлопок, смотри. Хлопок? Хлопок такой плотный. Угу. А здесь немножко синтетика вот эта, между прочим. Угу. Ну он такой, видишь, он простеганный, Наташа. Угу. Хорошо, прости, красиво. И подожди, видишь, тут размер у них где-то было написано? 180 на 2. 180 самый большой, а самый маленький, Наташа, угу. 120 на 2. Угу. Вот. Вот. И второй мы такой же взяли, у нас комната моего свекра, там же у нас спит племянник, в общем, у нас там диван стоит, я вам покажу, и туда, чтобы было удобнее спать, как бы на диван раскладной такой, вот мы взяли поменьше размер, взяли размер у нас здесь 140, точно такой же, как этот. Чехол, трикотаж, микрофибра. И наполнитель холкон. 100%. Да, что такое, не знаю, посмотрите. Так, ну ладно, давай теперь вот этот пакетик. Одеяло. Верблюд, эконом. Эконом, верблюд. Ух ты. Одеяло это тоже вот свекру или племянник. Ну, в общем, они у меня в одной комнате, в гостевой нашей, скажем так. Да, по очереди там спят. Да, это я взяла из верблюжки, да, из верблюжья шерсть. Вот. Но он там на сайте написано, что это облегченное. Наполнитель. Верблюжья шерсть. Угу. Чехол. Это какой-то не по-русски. Угу. Вот такое. Ну, приятно. То есть он специально облегченный, потому что, я еще раз повторюсь, у нас дома всегда жарко, и у нас, ну, невозможно у нас теплое одеяло, иначе будешь весь мокрый спать. Ну, или без одеяла. Да, или без одеяла, поэтому. Рядом положи. Вот такое. Очень хорош. Слушай, а какой легенький. Нет, я свою не поменяю. У мамы тоже, кстати, мамин одеяло из верблюжьей шерсти. Ну, там натуральное. Там натуральное, да, откуда-то. Там по первости у меня даже эти ворсинки выходили. Знаешь, такие, о, такие жесткие. Да. О, подушка. Это подушка, тоже туда же. Тоже верблюжка. Наполнитель. Верблюжья шерсть и искусственный лебяжий пух. Угу. Вот он, а я бы так были. Да? Слушай. Да. Ну что, хорошенький. Вот, кстати, это мы такой же. Ну да. Главный размер хороший. Вот этот 50 на 70 самый удобный, кстати, лежать. Да? Раньше же были квадратные эти подушки. Так все равно же на половине лежишь, а там? Ну да. Две-три положить. Между прочим, вот я смотрю, да? А вот стирать его можно? Кого, подушку? Да. Не знаю. Можно, наверное. Нет, просто вот у меня-то вот такая же синтетика. Ну, нет, синтетика, ну да, синтетика. Так они теперь клюют. Ты снимаешься? Да. Первый? Да. Так а что я с телефоном стою, думаешь? А я не знаю, я мало ли. А это туда вниз или мальчишка? Вниз. Вниз? Мальчишка, я же недавно покупала им этот подушки. Да. Иваново.
Да, искусственный. Интересно, а как он выглядит искусственный? Да, этот пух никогда не видел. Ой, слушай, удобно. Все. Вот. Ну, сейчас там все застелю, да, и покажу, как выглядит. А вот посмотри, стирать-то можно их, а? А, нет, можно. Смотри. Можно стирать? Ручная стирка 30 градусов. А как его постирать? Ну, типа замочил в порошочке, постирал и высушил. Вот я тут застелила. Это у нас такая гостевая комната. Ну, как гостевая? Тут или свёкор мой спит, или племянник, или кто-то, если подружка приезжает, они тут остаются у нас ночевать. И у нас здесь вот такой диван, который книжки раскладывается, да, мам? Вот нет, такой. Не книжка. Нет. Он выдвигается, и спинка вот так делается. Да, вот. Ну тут обои у меня уже дети заляпали, как всегда. Вот, да. Смотрите, положила топпер вот этот вот, и он резинка, то есть вот насколько диван, да, широкий, и резинкой можно захватить. Класс! Вот этот шов вообще не чувствуется. Мы сейчас с мамой тут полежали. Вот. То есть вот эту штучку, вот видите, вот он, да, шов. И он совсем не чувствуется, это когда вот как лежишь. Это сиденье, а вот это спинка. Да, это спинка. Класс. Нам очень эта штука понравилась. Потому что я покупала в IKEA на матраснике детям. Они тонкие, они просто, ну так, для защиты. Как простынь. Да, просто как простынь. То есть они для защиты, получается, матраса. А это именно... выравнивает неровности, если у вас есть матраса там или дивана, класс. Ну, за счет вот этого припухлости и вот получается как бы под прострочки и вот этого самого, вот этой пухлости получается вот, вот оно. Угу. Да, он получается очень и толстый и плотный. И вот здесь одеялко вот это вот легенькое, ну, такое легкое-легкое прям одеяло. Ну, этот у тебя на 1,40 м ширина. Да, вот этот на 1,40 м, нам с мужем я взяла на 2 метра, ой, 1,80 м, здесь 1,40 м получается. Длина 2 метра. Да, длина 2 метра, и одеяло тоже у нас 1,40 м, и 2 подушечки сюда как раз, вот, как раз такая у нас гостевое обновление получается, да? Да, ну вот этот топпер класс, нам понравилось с мамой, вот. Надо везде поменять, да? Ну, везде, где у нас спальные места. На самом деле, смотри, Наташа. Ну, да. Слушайте, девочки, да. А тут еще, да, тут еще палка. Считай, вот она палка, вот она. Угу. И он не чувствуется, да. А фантики иногда лежат. Да. Так что очень вам советую вот эту штучку. Она на сайте стоит что-то 1000 рублей сейчас. Вот, получается, топпер, который 1,40 м, он стоит 1353 рубля. Да, 1000 рублей стоит, который 1,20 м, самый маленький. Вот который здесь на диване у нас получается стоит 1353. Который нам с мужем в комнату, он стоит 1648 рублей. Одеяло, вот видите, облегченное верблюд. 510 рублей. Подушки 2 штуки по 429 рублей. И мамин халатик стоит 700 рублей. Но я вам ссылки оставлю внизу в инфобоксе, так что переходите, смотрите. Но мы с мамой очень довольны, да? Да. Да, прям очень-очень. Вот. А постельное белье, кстати, меня спрашивали. Ну, постельное белье мы еще до него не добрались, да? Мы еще не заказывали ни разу. Но... Ну и нам сложно достаточно, потому что, видите, у нас все получается не совсем стандартное. Подушки 50 на 70, ну, в общем... Ну, правильно, потому что у нас где квадратные подушки? 70 на 70, где 50 на 70? Да, а где микс из подушек? Тоже такое бывает. Где что? Микс из подушек. Ой, это у меня. Да, это у мамы как раз-таки. У нее 70 на 70 и 50 на 70. И 40 на 50. И 40 на 50 есть. Две штуки. Ну, в общем, мама, да, любит подушки. Вот. Ну, в общем, нам очень все понравилось. Вот этот топпер очень мы с мамой рекомендуем. Вот такой вот у нас был заказ. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Нам вещи действительно очень понравились. Они очень классные, качественные, несмотря на их цену. И цена их, конечно же, нас тоже радует. Так что я вам очень сильно рекомендую. И ссылки на все товары, которые я заказала, я вам оставлю внизу в инфобоксе. Так что переходите, смотрите. Вот. Ну, а на сегодня я буду с вами прощаться.
Не забывайте подписываться на мой канал, нажимайте колокольчик. Всех люблю, целую и до новых встреч!